Итак, поработав 15 минут этим пылесосом, совершенно новым, только что достали его из коробки. Вот конкретно как он выглядит, М320 на 1400. Короче, что получилось? Мы пропылесосили пол вот в этой комнате и вон там в коридоре. Пол, ну, в легкой строительной пыли, в каких-то обрезках от электриков. И, собственно говоря, он перестал всасывать абсолютно. То есть, может быть, конечно, этому служит вот эта достаточно высокая щетка. Вот, это достаточно высокая. Но, как бы то ни было, он уже пыль не всасывает. Чтобы поднять уже пыль, вот, например, даже вот такую вот пыль, вот, которая вот здесь вот на полу, он уже не справляется с всасыванием. То есть мощность всасывания упала моментально, как только у него чуть-чуть